Приветствую всех друзей, подписчиков, зрителей канала. Продолжаем обзоры монет и сегодня представляю вашему вниманию монетку Османской империи номиналом 5 пар. Год выпуска монеты 1909. Наименование Решат. Справа от Тугры здесь видно вязь такую. Период Султан Мехмед V. 1909 по 1918 год. Вид чекана, регулярный выпуск. Материал никель, хотя очень сильно смахивает на серебро. Форма круглая, отношение аверса-реверса медальное. Вес 1,8 грамма, диаметр 16,15 миллиметра. Толщина 1,1 миллиметра. Здесь мы видим арабскую вязь по кругу и по центру надпись, так называемую Тугру. Тираж этой монеты 30 579 000 штук. А сейчас посмотрим, как выглядит реверс монетки. Реверс монетки также покрыт арабской вязью. Вот здесь мы видим венок из оливковых веток. И круговая надпись на арабском и номинал по центру. Круговая надпись гласит: «Бар, Османская страна, чеканина в Константинополе». Вот такая замечательная монета. Всем спасибо и до следующих обзоров. Всем удачи!